Доброе утречко. Собралась в магазин за продуктами. Сначала за хлебушком схожу, потом хлебушек принесу и пойду за продуктами. Потому что хлеб в одном магазине, продукты в другом. Там, где продукты, хлеб нам не нравится, невкусный какой-то. Я сегодня какая-то замученная, не накрашенная, что-то страшная какая-то. Фу, надо что-то делать. Да. Какая-то опухшая вся. 3 дня дома сидела безвылазно. Наверное, действительно надо есть поменьше. Сейчас вот что-нибудь куплю, фруктиков каких-нибудь. Сходила в магазин в Дикси. Сначала за хлебушком, сейчас за продуктами. Не знаю, на сколько набрала. 1000 на 2. Половиной. Так, ну ничего. Просто я сегодня не накрашена, а так может... Ну что-то правда выгляжу не очень хорошо, короче. Гулять надо больше, витаминки кушать, душ контрастный. Иммунитета нет. Всем добрый день. Время 2 часа. Сегодня 26 марта, вторник. У меня выходной, завтра работаю, короткий день. Так, время 2 часа, сходила в Дикси, взяла книжечку посмотреть, что у них там по скидкам есть. Так, сходила в Дикси. Окно прикрою, а то шумно. Что я купила? Вот взяла бумагу туалетную по скидке, 100 рублей, вот это вот 4 штуки. Дезодорант себе купила, не было шарикового, я шариковые люблю, а вот, ну, не люблю, когда вот это разбрызгивается, потом у меня аллергия в нос ударяет резко. В общем, надо аккуратно брызгать, чтобы потихоньку. Там Эстас купила, сейчас буду уборку делать. Там был 3 сортов, белый, еще какой-то и вот такой. Обычно синий беру, синего не было, ну, в общем, разницы не вижу. Геркулес купила, у меня закончилась овсянка. Треску взяла в упаковочку. Печенку, печень говяжью взяла. Все-таки мясо не едим, надо хотя бы печень есть. Ну, чтобы анемии не было. Если железа в крови не хватает, надо вот печень есть, печенку. Огурцов купила вот килограммчик, морковки, бананы. Капусту квашеную с клюквой взяла. Вкуснотеево, вот сметанка, и взяла творог Вкуснотеево. Бывает в огромных вот таких пачках 400 грамм масла Вкуснотеево, теперь есть творог. Кстати, надо было 2 брать. Можно даже было убрать в этот. У меня кот любит творог, и на сырнике хорошо. Вот тут 2 пачки, если маленькие. Сыр адыгейский, сыр с лисичками, с грибами. Такую тоже давно не брала, надо попробовать. Ну, пастилу взяла пачку, вот сладкого захотелось. Кефир взяла, большой не беру, никто не пьет, кроме меня. Вот ряженку, ой, взяла ряженку, кефир, там еще снежок был такой. Но я подумала, нафиг снежок, когда в кефир можно сахар добавить. Йогурты вот взяла парочку на работу брать. Ягодное, вкус ягодное мороженое, клубника. Все, вот это все. По-моему, 2500 я отдала. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, это нормально. Все-таки какая-никакая еда тут есть. Вот печень, рыба. Ну, вот овощи, бананы, творог, сыр. Сыр 2 сортов. Да, Местос, наверное, дорого стоит. Импортное все-таки. Вот дезодорант. Ну, сейчас посмотрим цены, кстати. Посмотрим цены. Так, в общем, бананы 134 килограмма, у меня на 130, огурцы 180, у меня на 125, морковь 58, вот этот домой 180 стоит. А ничего себе, дезодорант дорогой, 234 рубля. Блин, дорогой, зараза. Овсяные хлопья 74, творог 134, но там как бы 2 пачки.
треска 270, тоже что-то дорого. Ну, рыба дорогая, что делать. Сыр 206, нормально по скидке. Адыгейский 236. Сметана 90, печень 145, нормально. Я еще шоколадку Милку взяла на работу, в сумку уже положила. 199 рублей Милка. Пастила 60, капуста 90, ряженка 54, йогурты по 60 рублей, кефир 46. Я округляю, бумага 109, ну 110. Нормально, на 200, на 2500 набрала всего. А до этого я ходила за хлебушком и попросила хлебушек сложить. По-моему, сложили, правда, не очень аккуратно. Вот я еще клубники купила на 350 рублей, греческая, попробовать надо. Ватрушки с творогом. Это, наверное, на работу брать. Пирожки с луком, с яйцом. Тут слойка с сыром на работу. Вот завтра на работу вот эту слойку с сыром возьму. Ну, и хлебушек тут свежий. И вот этот, который не свежий, я его в морозилку сейчас закину. Пусть там лежит на всякий случай. Ой, тут у меня сухофрукты, чернослив. Засох уже, никто не ест, надо есть. Так, йогурт сначала старый съем. Хлеб уберу лишний. Ну, там. Ну, тут, в принципе, можно уже убирать все. Морковку я храню в холодильнике. Вот здесь вот уголочки. У меня как раз закончилось. Яблоки есть, не стала брать. Так, помидор я не купила, что ли? Про помидор забыла. У меня одна штучка осталась. Потом схожу. Так, вот капустку будем есть. Что еще убрать? Сыр. Сыр будем есть. Двух сортов. Сметанку. Сейчас коту дам. Он меня оборался. Сметана уже третье утро, нет в доме сметаны. Кот оборался, сметану хочет. У меня такой же, как я. Любит сметанку. Ну, короче, какой хозяин, такой кот. Ну, не сладкоежки, но вкусненько поесть любим. Так, все, морозилку осталось убрать. Рыбу. Так, я сегодня, наверное, не буду рыбу готовить. Что сегодня буду готовить? Тут два кусочка. Печенку, наверное, буду готовить. Рыбу уберу. А вот печенку приготовлю, печень говяжью. Потому что все равно что-то есть надо. Так, бананы только помыть, на тарелку положить. Типа вазочки какую-нибудь тарелку. Так, Дикси, это я почитаю, скидки. Так, сянку сюда пересыплю. Так, сахар купили, сянку купили. Тут что-то пустая банка, из-под чего не врублюсь. А, сахар. Сахар пересыпать надо. Так, бумага туалетная. Запасная. Есть. Дверь. Вот это что прикладываем, чтобы сквозняка не захлопнулась. Так, Доместос, я сейчас уборку буду делать. Сдорант в ванную. Сладости не знаю куда. Сейчас, может, чай попью. Так, печенку готовить. Ну и все. Что мне готовить? Пернопор хороший. Горячая вода тоже нормально, а холодная еще лучше. Наконец-то нам сделали напор нормальный. Вода хоть льется. Стиралка хоть нормально стала работать. Только вечно воды, напора не хватает. Так, ой, хочу вот эту попробовать. Пастила.
там другой не было. Я хотела другую взять. Бывает такая, знаете, это ванильная, а бывает с мармеладом перемешку. Вкусно. Что у нас там на улице делается? Плюс 11,5 тепло. Снег тает, в городе уже почти снега нет, такое где на газонах мало. В лесу еще есть, естественно, но уже мало. Я так думаю, что через недельку в лесу тоже снега не будет. Эти работают усиленно. Я смотрю, там уже будет 2 этажа подземных, а вот там уже 2 или 3 надземных построили. Ну, сейчас вот самое главное фундамент сделать. Фундамент сейчас сделают, закопают все лишнее, прикроют. И дальше уже будет, этажи будут расти быстро. Ой. Посмотреть, что ли, что я тут, на что скидки в Дикси. Вот что мне скидки смотреть? Я же все равно покупаю, можно сказать, не глядя. Ой, ну пока работаю, потом буду смотреть. Дезодорант вроде ничего, так приятненько пахнет, сладко. Прямо в сердце называется, Рексона. Защита на весь день. Купила дезодорант. Так, на что там скидки? Вот на колбасу вязанки. Огурцы вместо 219, 179 я вот такие купила. Лопатка свиная. Ну, 300 рублей говядина килограмм. Ой, это свинина, нормально. Вот эта бумага дорогая, 200 рублей, такой не беру. Туалетная бумага. Масло сливочное, ну совсем сумасшедшие цены. 350 грамм, 340 рублей, а 650 было. Какой ужас. Сметана 59, Хуторок. Я вот Вкуснотеево взяла. Так, из фруктов. Я бананы взяла, но бананы скидки нет. На кабачки скидки можно. Капуста у меня лежит, кстати, капусту бы потушить. Может, потушить капусту и печенку пожарить. Ой, наверное, так и сделаю. Капусту потушу. А то она мне там лежит в пакете, ее не видно, еще пропадет. Лимоны забыла купить, можно купить. В следующий раз возьму. Можно грибы купить, с картошкой пожарить, тоже вкусно. Можно по отдельности. Но мясо сейчас не едим, сюда лучше не смотреть, не расстраиваться. Колбасы, сосиски пока не кушаем до 5 мая. Сыр, ну сыр едим, потому что надо на работу ходить, иначе ноги протянем. Что еще тут есть? Вот йогурт вот такие я беру. 59 рублей. Нормальная цена. Вот сметанка Вкуснотеево 90 рублей. Тоже хорошая. Но она не по скидке, просто цена хорошая. Так, соки я не беру. Там сахара море. Я лучше шоколадку съем. Газировку тоже нет. Самое. Пельмени пока не едим. Мясо. Так, сюда можно не заглядывать. Мясо едим. Вот такую я треску купила. Стоил килограмм 320, сейчас 269. Вот такую взяла треску. Вот окуня не было, окунь люблю. Окуня нет. Увижу окунь, прям возьму 2-3 упаковки. Обожаю окунь. Он, конечно, с костями, но вкусный. Такую пока форель, вот это все, тоже можно взять. Хотя бы во время поста поесть форели. Ну, такую вот копченую рыбку. Как она называется? Малосоленая.
Так, еще какую я беру? Варенье с оленем мы практически не берем, редко очень. Масло 109, вот такое, вот такое масло можно было взять, кстати. 124 рубля по скидке 109, вот можно было взять запас. У меня как раз уже кончается. Но это, по-моему, оно... Как оно называется? Бывает не рафинированное, а это вот рафинированное. Ну, на нем жарить хорошо, кстати. Для жарки лучше рафинированное брать. Тут что-то тоже много на что скидки. Кофе растворимый мы не пьем. Полкило зерен 600 рублей. Вот такие вот кофеины на паях. У меня стоит целый пакет. Такой пакет стоит. Один брала. Полкило там. Вот такой кофе жаке сейчас пьем. Но мне что-то, честно говоря, не нравится. Я бы что-нибудь другое взяла. Не знаю, что даже. Чай берем. Чай я покупала, пока не надо. Тортики тоже пока не надо. Кстати, завтра день рождения у двоюродной сестры, у ее дочки 17 лет. Кто она мне, дочка двоюродной сестры? Племянница? Какая племянница? Двоюродная племянница или как это называется, не знаю. Вот такую Милку взяла с фундуком на работу, завтра возьму. Мармелад. Искала пастилу с мармеладом, но была вот такая беленькая только. А мне с мармеладом нравится, когда прослоечка есть мармеладная. Ну, конечно, сладкоежка еще там. Так, мы пока не пьем, потому что сейчас... У нас есть вино грузинское стоит. Настойку выпили. Коньячок еще дагестанский стоит. Водка стоит 100-летней давности. Парламент, по-моему. Но водку никто не пьет. Мы для гостей держим. Так, вот как раз под дезодорантики, шампуни. Смотрела, хотела купить гель для стирки именно для шерсти, кофты стирать. Но что-то... Ну, куплю обычный гель для стирки, но хотела для шерсти купить. Шапки, кофты перестирать, на зиму убрать, куртки. Ну, может, не для шерсти, может, обычный гель. Мне кажется, лучше гелем стирать, чем порошком. От порошка пятна остаются. Что-то, наверное, на гель перейду, не хочу порошком стирать. Паста вот такая по скидке. 89 рублей с платы. Так, дезодоранта нормального не было. Хотела купить пену для ванны, потом вспомнила, что мне гель для душа подарили, поэтому пока не стала ничего покупать. Только деньги переводить. Ну, в общем, ладно, вот они, кстати, гель для стирки. Это для посуды. Ну, белизной я не пользуюсь. Мне кажется, порошки и так нормально отстирывают все. Вот такой хотела взять. Лэм. Гель для стирки. 300 рублей. Кстати, так 400 стоит. Можно 100 рублей можно было сэкономить, кстати. Зря не взяла. Тащить тяжело, блин. Набрала. Вот ласку вот такую. Вот ласку можно купить для стирки тоже. Но тут небольшая скидка. Здесь скидка 100 рублей. Ладно. Все посмотрели мы с вами. Все, ребятки, сейчас я выкладываю видео. Попью чайку в это время, пока видео выкладывается. А может, кофейку сейчас я сварю. Ну и потом займусь уборкой. Отдыхать мне некогда, надо уборку делать. Может, еще что сниму вечером, если что-нибудь приготовлю, еще сниму. Все дела переделаю, еще видео сниму. Приготовлю что-нибудь покушать. Всем пока-пока.